сомнения может претендовать на то, чтобы называться самой веселой группой ленинградского рок-клуба. Так, пожалуй, можно про них сказать. Гротеск, сатира, юмор, энергичные ритмы и карнавальная пестрота костюмов, единство музыки и сценической пластики, песни, которые можно назвать мини-спектаклями, все это аукцион. Наконец-то состоялась наша встреча с группой «Аукцион». Мой первый вопрос. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня, наконец-то, группа «Аукцион» берет интервью у ленинградского телевидения. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто пишет музыку? Ах так, да? Ну, хорошо. Для этого мне достаточно с вами познакомиться. Меня зовут Володя. Ваш. Игорь, очень приятно. Коля, очень приятно. Сережа. Бунт. Виктор. Извините. Да, Ваш. Костя, очень, да. Дмитрий Александрович. Сергей. Леонид. Олег Горкуша. Так, ну вот, все ясно. Леонид Федоров, это вы, руководитель и автор музыки. Дмитрий Озерский. А вот как вы думаете, кто пишет тексты в группе «Аукцион»? Я думаю, что вы. Угадали. Еще вопросы есть? Простите, представьтесь, пожалуйста. Я художник группы Кирилл Миллер. Отвечаю за внешнее оформление группы, за костюмы, декорации. А кто пишет аранжировку? Несчастная любовь. Автор музыки Леонид Федоров, автор текста Дмитрий Озерский. Песня аранжирована и исполнена группой «Аукцион».